Так, ну самая крутая штука — это жат. Более-менее как хотелось героя, ну Саву по крайней мере фуловый. Здесь два вихря есть, здесь голема есть, это уже хорошо. Уровень 5, отлично. Вот эти два слабых. Ну и погнали. И потом то же самое за Винчи сделать. Так, кого выбрать? Самых крутых, наверное. Ну, чтоб хилиться, вот эту можно. Ну и Саву. Попробуем такую связку. Мы обнаружили на этой территории богатое месторождение Тимония. Но тут кишмя кишат квотлы, прихвостни бога смерти Цина. Смотри, как город вместе опять. Какула говорит, квотлы добывают здесь Тимоний для какого-то великого предприятия. Но для какого именно, он не знает. Или не хочет сказать нам. У нас нет собственных ресурсов. Но если захватить их форпосты, можно было бы побить сына его же оружием. В этих местах люди поклоняются ложному богу, известному под именем Цин. Возможно, вы о нем уже слышали. Да, он напал на нас из засады. Этот предмет лишил жизни величайшего генерала Мианы и моего лучшего друга. Сочувствую вам, Джакомо, но мы должны быть осторожны. Мы не можем обнаружить себя, пока не будем готовы. Если поспешим, Цин пошлет войска и прихлопнет нас, пока мы слабы. Так, куча доп. Заданий, это круто. Надо какую-то базу с полетами захватить и город вместе вот украсть у него. Это уже возможно. Это караван ложных богов. Так они перевозят припасы. Если перехватить его, груз нам бы очень пригодился.
Джакомо! Я слышал поблизости... Не, ну вот это жесть. Город отмщения. Здесь могут быть люди, освободившие... ...от власти... ...ложных богов. Отчего бы тебе не разыскать их? Они наверняка захотят помочь. В этом святилище оказалось куча ресурсов. Пользуйся. Ну что ж, все прошло неплохо. Теперь мы сможем взять главную базу Квотлов. Остальные аванпосты остаются под властью ложных богов. Не оставим Квотлам ни одной крепости.
нам еще подошли мои люди, Джакомо. Но многие по-прежнему остаются в рабстве. Оставлять аванпосты в руках противника было бы неразумно.
этих аванпостах боги хранят ресурсы. Надо их захватить. В этих аванпостах боги хранят ресурсы. Надо их захватить.
Нам еще подошли мои люди, Джакомо. Но многие по-прежнему остаются в рабстве. Надо взять все оставшиеся аванпосты. Это нам очень поможет. Нам еще подошли мои люди, Джакомо, но многие по-прежнему остаются в рабстве. В этих аванпостах боги хранят ресурсы. Надо их захватить. Thank you.
Надо взять все оставшиеся аванпосты. Это нам очень поможет. Надо взять все оставшиеся аванпосты. Это нам очень поможет.
В этих аванпостах боги хранят ресурсы. Надо их захватить. Оставлять аванпосты в руках противника было бы неразумно.
Надо взять все оставшиеся аванпосты. Это нам очень поможет. Надо взять все оставшиеся аванпосты. Это нам очень поможет.
Надо взять все оставшиеся аванпосты. Это нам очень поможет. Оставлять аванпосты в руках противника было бы неразумно. Оставлять аванпосты в руках противника было бы неразумно. Thank you.
этих аванпостах боги хранят ресурсы. Надо их захватить.
Ура! Сторонники Цина разбиты! Очков, конечно, маловато. Еще вкачать даже не знаю, но песчаный ужас или это. Давай песчаный ужас, что ли. Ну и все, здесь остается финал. Кстати, армия увеличилась, надо что-то поменять.